Твои впечатления после этого? Ну, какие впечатления? Очень сильные эмоции от того, что выиграли. Выиграли в меньшинстве, можно так сказать. И поэтому нам очень много сил придал этот матч. Да, и думаю, в дальнейшем этот матч даст нам толчок и еще больше сил, чтобы совершать такие вот мини-подвиги, я считаю. А как гол в самом начале матча сказался на игре команды, на психологии, на эмоциях? Ну, хорошо, что нам удалось забить в конце первого тайма, это помогло, конечно. Но таких, мое мнение, таких пенальти можно по 20 за игру ставить. Ну, судья решил так, значит так. Я как бы не судья, я не буду решать этот момент. Каково было играть против двух центральных защитников, высокорослых достаточно? Насколько сложно? Ну, у высокорослых есть как свои плюсы, так и свои минусы, как говорится. И у меня есть свои плюсы и свои минусы. Я решил воспользоваться своими плюсами и ихними минусами. Ну, так и получилось, надеюсь. Показалось, что после удаления команды появилось еще больше и больше моментов. Чем ты это связано? Я думаю, потому что они появились зоны у Белшина. Они как-то начали более на атаку играть. И где-то, может, подзабыли об обороне. И в первом тайме как таковых зон не было, во втором появились. И я считаю, мы воспользовались этим. И заслуженно выиграли.